Добрый день. Скажите, пожалуйста, Pentax какие новинки привез на фотофорум в этом году? Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать всех на фотофоруме 2013. И в этом году Pentax на фотофорум представляет три новые компактные камеры. Это две камеры поливлагозащищенные подводные, Pentax WG3 и Pentax WG10. А также новый компакт с большой матрицей Pentax MX1. Ретро-компакт в прочном качественном металлическом корпусе с матрицей размером 1,7, с великолепными функциями и качеством фотографии, огромной вариативностью возможностей по настройкам. Это последнее достижение симбиоза Pentax и Ricoh. А по компактам немножко больше расскажите, кому они будут, допустим, интересны? Больше всего подойдут для какой категории фотографов? Наши компактные фотоаппараты, если мы говорим о пыли, влагозащищенных и подводных камерах, прежде всего, разумеется, это фотоаппараты для молодежной аудитории, людей, кто любит путешествовать или занимается экстремальными видами спорта. Это те фотоаппараты, которые невозможно убить, с ними можно нырять на глубину до 14 метров, на них можно наступать человеку такой комплекции, как я, массой в 100 килограмм, либо их можно случайно уронить с высоты 2 метра, и с ними абсолютно ничего не произойдет, что бы ни было. Более того, эти камеры можно давать поиграть детям, можно поточить о них зубки, можно помешать ими чай или поесть кашу, и с ними тоже ничего не случится. Это фотоаппараты, которые переживут их владельцев и могут передаваться из поколения в поколение в наследство. Это самое прекрасное и замечательное из того, что производит Pentax, мне не очень нравится. Наверное, можно советовать фотографам, у кого есть дети, которые начинают только осваивать фотографию, и можно доверять такой фотоаппарат и не бояться, что его разобьют. Даже ребенку, даже этим фотоаппаратом ребенок может забить какие-нибудь гвозди в папин паркет или папин ноутбук. Мы не будем такой советовать. Мы не будем такой советовать, это делать, конечно, нельзя, но в принципе, если ребенку не с чем играть, он может поиграть с фотоаппаратом WG3. Это не просто неубиваемые фотоаппараты, это фотоаппараты, построенные по фирменной технологии Pentax с применением последних достижений в оптике. Суперсветосильный зум-объектив применяется в Pentax WG3 со светосилой 2.0, широкоугольный объектив. Встроенный shake reduction, то есть система стабилизации матрицы. Матрица в этих фотоаппаратах подвешена в магнитном поле, что позволяет компенсировать дрожание рук или того автомобиля, на котором вы едете и снимаете. Отлично. Протестировать можно, посмотреть, прийти? Разумеется, можно прийти протестировать в Крокус Экспо на выставку фотофорум стенд Pentax. Для всех путешественников, экстремальщиков, людей с детьми, людей, кто любит подводное собаками. Плавание с собаками, для самой широкой аудитории Pentax WG3, WG10 – это именно то, что нужно вам. Приходите. Приходите на фотофорум, ждем вас. Welcome.